Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы продолжаем играть в Паука. Паука, Человека-паука, Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Вот этот наш Питер Паркер, и мы сейчас спускаемся вниз, чтобы побеседовать с нашей тетушкой. Так, идем. Где она? Вот она. Так. Не сохранилось последнего раза, видимо, да? Ну, мы сейчас быстренько эти все диалоги пройдем и пойдем дальше по сюжету. Убийца и торговец оружием. Кэродайн опознан как тот, кто стрелял в Бенджамина Паркера в Квинсе в прошлом году. Некоторые жители Нью-Йорка очень рады, что кто-то убирает опасных преступников с улиц. Что, кто-то взялся за уборку мусора? Удачи им, вот что я скажу. Однако полиция заявила, что этот убийца – угроза для всех. Этот гражданин – опасный психопат. Он всегда действует с исключительной жестокостью и кровью, ставит инициалы КК как подпись. КК. Увечья настолько ужасны, что потрясены даже опытные офицеры. Эта подпись и невероятная жестокость преступника заставили власти назвать его Карнаж-киллером. Просьба ко всем свидетелям обратиться в полицию. Уитни Чанг для Daily Bugle News Network. Угу, новый бандюган появился. Ужасно. Ужас. Но, слава богу, с этим покончено. Ага. Тот, кто отнял у нас Бена, больше никому не причинит зла. Конечно. Теперь мы можем жить дальше. Кака? Питер? Что случилось? Оп! Чик. Тетя Мэй, дело в том, что я рад его смерти. Я знаю, это плохо. Ты рад, что плохой человек больше никого не тронет. Это другое. Ты рад, что убийца получил по заслугам. Это совершенно нормально. Карнаж. Я знаю. На английском просто убийца. Я... Тебе жаль, что это не ты совершил правосудие. Нил, кстати, когда у тебя реклама на Твиче, пишут реклама в поддержку Твич. Бен хотел совсем не этого. Он хотел, чтобы ты работал, учился, закончил колледж. Всего, что ты сделал. Где бы он ни был, он гордится тобой. И я тоже. Реклама в поддержку Нинджа. Подайте на PS4. Ого. Ну, я не знаю, почему у него так. Потому что, видимо, у него очень много зрителей. Потому для него Twitch сделали исключение. Так, побеседуем со всеми. Я ведь желал этому Кэродайну зла. Желал. Это естественно. Он убил твоего дядю. Да, но... Питер Паркер, хватит того, что ты мучаешься из-за Бена. Я не допущу, чтобы и здесь ты себя терзал. В чем ты виноват? Это ты убил его? Нет. Он был бандитом. Он общался с опасными людьми. Ты ничего не сумел бы изменить. Что? Что ты мог сделать? Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Паутинка. Значит, тебе легче? Моего мужа больше нет. Эта боль никогда не утихнет. Ты сказала, что мы можем жить дальше? Да. Ведь больше мы не мучаем себя вопросами, молодая. Где он? Почему его так долго не могли поймать? Теперь мы можем идти вперед. Выглядит очень молодо. То есть ты не совсем рада? У нас еще будет радость, Питер. Обещаю тебе. Так, ну что, мы, кажется... Ты слышала, Уитни Чанг? Некоторые благодарны Карнаж-киллеру. Я их во многом понимаю. Понимать и одобрять разные вещи. Ты ведь не рад, что этот Карнаж-киллер на свободе, правда? Ты хочешь, чтобы его поймали, не так ли? Да. Да, хочу. И его поймают. Поймают. Тетя Мэй, сделай погромче. Горячие новости о захвате заложников в Оскорб. Вооруженные люди держат сотрудников под дулом пистолета. О, нет. На записях с камер видно, что их главарь – рецидивист Герман Шульц. Шульц? Что? Гвен, она работает в Оскорб. Вряд ли она там, уже поздно. Нет, но я должен убедиться. Хорошая мысль. Я всегда говорила, что вам не следует расставаться. Ложись, не жди меня. А еще... Я всегда жду. Карнаж – это кличка Клетуса Кэссиди, человек, у которого плохая жизнь. Ты его аудио читал в предыдущем видео. Он будет главным врагом в игре. И еще Клетус Кэссиди. Не знаю, как на английском правильно. Клетус Кэссиди. Понял. Вылазим из дома. Вылазим. Идем искать правосудие. Вершить правосудие, вернее. Отправляемся в этот жестокий город. Налет на Оскорб. Что-то подгружается.
Долго. Ну, подождем. Подождем. Поехали. Я виноват, что упустил Шульца. Людей жалко. Нет. О, не сейчас. Я же поменял себе костюм в конце прошлой серии. Вот он какой я теперь стал. Прикольный, правда? Жесткий такой. Так, опа. Так, можно выбрать точку. О, опа. Я это искал. Конечно, искал. Цепляйся куда-нибудь. Оп. Цепляйся. Паучок! Ой, что тут все так, все тут... Боже, надо отправляться туда. Надо. Ух ты, людям нужна помощь. Надо, надо, надо. Надо, Федя, надо. Побежали, 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 побежали. Опа! Оп-ля! Так, как мне теперь тут это дело все? Вертолеты, вижу, вертолеты. Нужно наверх залезть каким-то образом. Оп, цепляйся. Паучок, давай, 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 давай. А куда это я так лезу высоко? А я правильно делаю? Не знаю. Зачем я так высоко залажу? Ой. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Оп. И что мы тут можем сейчас совершить? Сделать. Стрелка мне говорит, что мне нужно куда-то вон туда. О, где-то вот здесь. О. Граната. Опять граната. Новые. Победи. Бандиту победи. Русские? О! Ребят Шульц. А что тут русские делают? Алло. Тихо, 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 тихо. Оп. Оп, 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 оп. Ой. Жарко, 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 жарко. Я его с крыши сейчас сброшу. Нет. Один еще остался где-то, голубчик. Где он? Где они? Вот он, вот он, вот он. Оп. То есть тут какая-то русская мафия. О, в огонь. Еще и за курение оштрафуют. Еще и сам себя поджег, слушайте. Чтобы попасть туда, надо убрать мусор. А как его убрать? Надо тут все расчистить. Вытащи вертолет из вентиляционной шахты. Чего? Какой еще вертолет? Какой вентиляционный шахт? А, вот это. Притягивание. Какая там кнопка писали? Left button. О! О! Мне кажется, слишком громко кричит. Дайте я секундочку, я сделаю чуть потише. У меня такое ощущение, как будто оно кричит громче, чем я говорю. Потише немножко. Бомц. Так. Так. Окей. О, так вроде получше. И что, мы теперь можем внутрь залезть? Отправиться, войти? Войти. Поехали. Так. Расизмом попахивает. Супер сил. А чё, ну просто так, есть такое понятие, как русская мафия? Есть же. Итальянская мафия. Там как-то там. И всякие капоны. Так, а чё там? Движение вверх-вниз. Чик. Ух ты. Ух ты, какой интересный у него вид. Откуда у него веревка тянется сейчас? С какого отверстия? Так, ну. И что, я должен отпуститься? Наверное. Я на трубах. Как ниндзя действовать надо аккуратно. Ниндзя, ниндзя. Или вниз прыгать. Ползти, 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 ползти. Сесть, буква L. А у меня буквы такой нету. Какая буква? Сесть. Ладно, просто ползу пока сюда. И куда это я в итоге приполз? Полз, полз, полз и приполз. 100 метров, но время, дистанция уменьшается, и хорошо, ползем. Скользить. Без проблем. Влад займется. Влад? Какой еще Влад? Владик? Владос, Владос. Сегодня последний раз. Это что такое? Ты был всю мою жизнь. Что-то подобрал. Опыт какой-то подобрал. Владос, вентиляцией займешься, Владос? Владик. Так, что, куда мне сейчас топать?
Будем ползти по этим вот, вот проводам какие-то подозрительные. О! Так. Опа. Вот и это Владик. Посиди, расслабься и побалдей в отключке. Ха-ха, Владик, ты чё? Успокойся. Ага, мне нужно сейчас настрелять паутинкой. Мы это затормозили. Рывок. Right button. Ой. Так, right button, я же нажимаю. Ага, подождите-ка, еще раз. Надо, получается, еще раз на это все дело. А почему оно больше... Вот. Рывок. Ага, вот, перепрыгнул. Все. Понял. Куда это меня тянет? Куда это они меня постоянно тянут? Куда-то меня постоянно затягивают, как будто бы паутиной. Итого. Опять рывок. Опять сейчас будем... Настрелял. И прошел. Так, идем потихоньку по каким-то туннелям, по туннелям. О, что-то вижу. Опа. Еще нашел. Иди, папочки. О, еще нашел опыта немного. О, а это что такое? Какая-то, гляньте-ка. Допустим, сели на трубу. Ух ты, а это что такое? Какой-то люк подозрительный. Поехали. Так, найти установку какую-то. Жалко Владика. Дальше мне по шахтам не пройти. Букву Б, чтобы сесть на стене. Так, это мы можем, по идее, чик-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 чик. Заблокировать. О, и пролезли. А вот они все, мафия. Меня зовут Макс. О, я помню Макс, этого. Я помню его. Либо ты скажешь, где оружие. Я смотрел про него в кино. Я инженер-электрик. У меня нет туда доступа. Такой скромняга. Не повезло тебе, а, Макс? Так, и что, мы сейчас драться должны быть? По идее, да. Но, я не могу работать в таких условиях. Но. У тебя изо рта воняет. Я его закрутил паутину. Он говорит, что он, что у них воняет со рта. Бум, 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 бум. Бум. Но. Я изучаю тактику, изучаю способы драки. О, могу вот так. Бум. По щам ему дал, хорошо. Как весело. Давайте еще раз. Давай. А кто там такой ходит сзади? Вон за этим, за стеклом, непонятный какой-то. А мы этого сейчас можем спасти, молодого человека? Или мы должны еще... О, тут... А, гляньте-ка, тут, по-моему, все собраны, все бандюганы, гляньте-ка. Это тоже знакомое лицо, да? Ну, наверное, нужно как-то наверх закарабкаться сейчас, туда пролезть. Жик. Так, допустим, вот так. Вот он там, бандюга. Вот он, голубчик. Но. Решил, стану бандитом. Ты думал, деньги, роскошь и власть. Ну, а теперь что скажешь? Походу, он в шоке. И они все говорят про оружие. Спорю на свою паутину, Шульц пробивается в отдел спецпроектов. Ничего себе! Освободить, гляньте-ка, что я нашел. Ух ты, это как понять? Это реально какая-то научная лаборатория. И это который... Там был который такой лысоватый мужичок. Вот он. Освободить. Чик. Вы мистер Паук? Я видел фильм с этим мужиком. Просто Паук. Мистер Паук — это мой папа. Как тебя зовут? Макс. Макс Дилан. Я программист. Программист? Макс, он ученый программист. С глазами и ушами. Сумеешь? Правда? В смысле, да! Я не подведу. Очень застенчивый, на самом деле. Выведи заложников через лестницу Си. Там все чисто. Я в тебя верю, коллега. Коллега? Смешной. Так, а это что за лицо такое? Ты кто такой, мужичок, торчишь тут? О, открыт аудиожурнал. Так, тревога, волк украл зайч. Волк. И что потом? Света не будет? Походу не будет света. Если он взорвется, мы умрем. Класс. Нажимай там что-то. Двери заблокированы. Теперь к нему есть только один путь. Какой? Заберитесь на конвейер. Опа. Кто-то подписался. Если умеешь цепляться, вся опасная работа твоя. Игрик. О, закарабкался. А чё? Я не успел дослушать, что он сказал.
Cyberberku 3. О, что знакомый ник. Ты уже, по-моему, от нас тут уже не первый раз. Привет тебе, в любом случае. Это Гарри Осборн. Лицо его точнее. Поехали дальше? Поехали. Так, ой, я там пропустил. Там, кажется, можно было взять опыта немного. А я могу потом наверх, потом туда забраться? А, так это же сейчас будет босс. Рывок для точных и... В центре Манхэттена будет большущая дыра. Так, летим. Надо найти систему охлаждения. Ну вот они тут все, эти системы. Ай, не долетел. Не долетел. Так, наводимся на систему охлаждения. Вот она. О, сюда. Система охлаждения сейчас все рванет, ребята. Вот что я хочу вам сказать. Система охлаждения, быстро. Опа. Система охлаждения. Где-то они вот тут. Вот она. Я могу пустить охладитель. Давай, как ты ее пускай только. Подожди, сейчас разберемся. Я немножко туплю, может быть. Так, left button. О! Так, одну запустил. Все. Одну штуку активировал. Поехали за следующей. Оп. Так. Следующая. Охлаждение номер два. И третья осталась. А где она, сама установка? Наверху, вон там. Так. Давай, дергай. Три штуки нашел. Ну вот, нашел три штуки. Пошли. О, русские. Мафия. Русские! Мочи всех! Так кто из них русский? Я не понял, я запутался. Вот это русские, а те другие кто? А то охрана была. О, русские против америкосов, что ли? Походу. А Спайдермен что будет? Это плохо. А если они доберутся до оружия, будет еще хуже. Так, одного нейтрализуем. Надо подумать. Так, этого я вырубил. Автомат, бери автомат. Нельзя? О, я могу даже бегать по этой штуковине. Привет, дядька. Ты что тут делаешь? Так, все, я почти его вырубил, кажись. Куда ты пошел? Паучок, ты все неправильно понял. Давай, вырубай. И сразу же этого. Паучок, ты же все не так понял. Ай! Я не вижу, кого я бью. Кого-то луплю. Паучок, ты все напутал. Какое убейте? Паук неубиваемый. Иногда я сам себе поражаюсь. Так, 20 метров к чему-то там. Какие-то компьютеры или что это? Что надо с этим делать? Устройство. Y. Что-то... О, да я еще и программист. О, мой костюм! Они поцарапали мой костюм. Ой, кто-то стреляет. Кто там по мне стреляет? Надо цепляйся куда-нибудь наверх туда. Оп. Ну и молодец. Поздравляю тебя. Возьми из полоски печенька. Видел он меня. Ты смотри какой. Видел он. Меня много кто видел. Я тут вообще-то с бандюганами сейчас разбираюсь. Так, я не знаю, он русский, американец. Я просто пытаюсь выжить. Я всех подряд бью. Так, вот еще. В России. Зимой. О, еще один компьютер. Чик. Только не стреляйте. Нет! Ой! Кто там посмел по мне? Интернет, наверное, даже есть. Так, я успею теперь это сделать? Опыта набрались. Половина. Но даже одна рабочая пушка нам здесь ни к чему. Значит, надо устранять дальше. 40 метров к следующей пушке. Вот туда и побежим. Там сверху что-то блестит, кстати. Синенькое. О, мужик, привет. Ну, бить спину нехорошо. Думаю, я ясно выразился. Ну, ладно. Ой, стреляют. Пауч, бережись. Бум. Не хочешь быть моим заклятым врагом? Кажется, он уже не сможет им быть, как даже если бы хотел. Так, а что такое блестело, меня интересует? Тут было что-то... О. Для опыта сундучок нашел. Еще осталось где-то одно местечко с пушкой. А где оно?
Я не вижу пока что нигде на карте обозначения. А, вот стрелочка мне говорит, что мне нужно вон это вон туда. Так. Вот сюда. Все к тебе. Я пришел. Ты меня звал, я пришел. Так, по мне никто не стреляет. А он там с правой стороны был какой-то мужичок. А он меня не видит. Хорошо. Ну, стелс ты мог использовать. Какой стелс? О! Прочел мое объявление, жди меня. Думаешь, я сбегу, а? Это который тот... Я его побеждал уже однажды. Нет уж. Только тот инструмент нужен. И он у меня есть. Поздоровайся с потрясающими сейсмоперчатками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то он чересчур агрессивный. Чересчур агрессивный. Ой, боже, он попал по мне? Нет? Победить шокера. Шокер. Шокер, шокер, шокер. Оп. И хотя бы сделай вид, что стараешься. Ой. Ух, тихо-тихо-тихо. Уворачиваемся, уворачиваемся. Я не вижу его. Где он? Вижу. Вижу, 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 вижу. Так, где он там? А на него не действует моя паутинка? Я не могу? Ну как бы бью его, бью, да? Бью, бью. Ой, он как-то меня бьет очень сильно. Подожди, 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 подожди. Ага. За химчистку. Так, тихо, 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 не трогай меня. Ох, боже мой, великие фаерболы запускает. Ох. Я не могу работать в таких условиях. Ух, он еще по земле бьет, как почему-то. Че это он по земле бьет, а? Попадает по мне все же, да? Избежать, Y. Кувырки, кувырки, Y, понял. Ой! Так. Лечится, 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 лечится. Какая кнопка? Понял, уже увидел. Лечиться, это кнопка. Не успел подлечиться, не успел. Я вроде с тобой уже дрался. Или... Увернулся, увернулся, увернулся. Так, лечиться надо. Лечимся, лечимся, лечимся. Да, господи, дашь мне... Ты дашь мне подлечиться или нет? Походу, нет. Ой, ой. Вот теперь. Да, господи, он никогда мне не даст спокойствия в этой жизни, походу. Я бы сказал, что в жизни есть и другие возможности. Я не позволю, чтобы мой город захватили такие ой. Псии. Ой, он разбуянился, кажись. Куда это он наверх? Куда это он? Лечимся, лечимся, лечимся. О! Здоровье восстанавливается. О, ой, он теперь надо как-то... Я помню, как-то надо было с этими штуками. Притягивание вон. Левая life button. Когда он находится на этой штуке, надо было дергать, по-моему, я помню. По-моему, надо было... Вот. На какой планете это называют драк? Так, так, куда он, куда он? Вот сюда. Мне надо это сбросить, чтобы он упал вниз. О, он свалился. Прыжок и притягиваемся. Так, так. Ой, 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 поворот, поворот, поворот. Куда он, куда он, куда он залез? Куда он залез? Я не вижу его. Вижу, 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 вижу. Дергаем. О, прыжок, прыжок. На, в лицо ему. Ну, почему не попал ни разу по нему? Ага, вот, дергаем, дергаем. Так. Мазила. Куда он, куда он, куда он, куда он? Дергаем, дергаем, дергаем. Куда ты? Спрыгивай на пол. Ай, попал, 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 молодец. Дергаем. На, в лицо ему, на. Ой, уворот, уворот, уворот. Один удар остался, несчастный. Добей же его, наконец-то. Опа.
Да куда ж ты пошел? Бум! В лицо им! Ой-ой-ой-ой! Бежать! Ой-ой-ой-ой! Бежать! На тебе! А, попал! 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 Притягиваемся! Паучок, давай! Последнее! Последний ударчик! Давай, 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 давай! Кажется, мы его вырубили! Шокер! Все? Это победа. Хороший шлепок прямо на темечко в ужин. Это наша победа, общая. Ха-ха. Не сажай меня, друг, а? Там ты меня русские доберутся. Ты можешь заключить сделку с прокурором Харпером, тебя защитят. Если разборки остановишь. Страдают невинные люди. Я не могу, я здесь уже никто, а? Все банды в городе воюют. Все друг друга до смерти боятся. Костюмчик попортил мне. Так. Расскажи мне о русских. Русские добрались сюда почти в одно время с тобой. Я знаю. Видно, один из моих ребят сболтнул. Назовем твое будущее неопределенным. Что они будут делать? Вооружаться. Уберут всех, кто остался от моей банды, а заодно и остальных. Они бешеные, обещаю. Когда они закончат, ты будешь тосковать по Герману Шульцу, а? Так, вижу, там у нас Маргоша так, пришла. Ты, значит, искал здесь оружие? Привет. Именно так. Пушки тут не помогут. Каждому нужен какой-нибудь туз в рукаве. Такое оружие, чтобы против целой армии выстоять. Могу поспорить, им плевать, кто попадет под обстрел. Поэтому их и зовут бандитами. Так, что там, почему преступники испуганы? И чего вы такие крутые боитесь? Карнаж киллера! Он убивает моих ребят, русских, людей мистера негатива. Все думают, что остальные платят ему. И я начинаю опасаться, что он какой-то урод. Вроде той гигантской ящерицы или малого с роботами. Значит, пока он убивает, война гангстеров не кончится. Еще хуже станет. Ну, мы побеседовали, заверши диалог. Если не хочешь, чтобы от тебя мокрое место оставили, расскажи копам все, что знаешь о разборках. Ладно, но это бестолку. Тут полно идиотов с пушками, они только и ждут, когда киллер до них доберется. Это как пожар. Будет только хуже, а? Ха. Чего он снял батарейку? Хотя над этими штуками микросхема. Клянусь, они очень недурны. Если бы такую кинетическую энергию да в мою паутину... И кто здесь вор, а? Тихо. Открыто новенькое притягивание. У меня... Ого! Что-то мы открыли новое. Что такое технология SHCR? Украденная у Шокера вдохновила паучка на усовершенствование метателей паутины, добавив возможность мощного выстрела, который будет откидывать врагов. Угу. Так, ну 2000 стоит. Что, нам стоит это изучить, как вы считаете? Сейсмический пульс. Сейсмический пульс, смотреть, выбрать. Наверное, нужно букву А нажать. Приобрести. А. Берем. Интересно будет. Теперь у нас какой-то есть новый суперприем. Это будет интересно. Вы знакомы со Скорб, но меня вы не знаете. Я Гарри Осборн. Умирая, мой отец оставил мне не только свое дело, но и все, чем мы владеем в Нью-Йорке. В последнее время я Скорб и город часто становятся жертвой преступлений. Я объявляю о сотрудничестве с человеком, который, как и я, недавно вернулся в свой родной город и хочет ему помочь. А ну-ка. Уилсон Хист. О, это же один из негодяев. Из бандитов. Один из бандитов. Нью-Йорк сделал меня тем, кем я стал. Я хочу отблагодарить его. Ой, по твоей роже не скажешь. После недавней трагедии честь для меня. Он из фильма. Но это только я не начало. Помню его. Позвольте представить спецгруппу обеспечения правопорядка. Опа! Знакомый аппарат, да? Полиция работает отлично, хотя ее ресурсы ограничены. Но если угроза превосходит обычные масштабы, нужна помощь.
гражданам не придется брать на себя и этот груз. Мы с мистером Фиском финансируем эту элитную группу Оскор, сами. Фиск. Одиночки вроде Человека-паука только вредят общему делу. Это наш город. И мы вернем его себе. Все вместе. Какая рука здоровенная. Жесть. Какой же он громила. Я по-прежнему хочу забрать его со скорб, юноша. Я по-прежнему отвечу нет. Ничего. Я дождусь, пока вы умрете от той же болезни, что и ваш отец. Вот оно что оказывается. День охотника. Но это мы будем с вами уже смотреть в следующей серии. На сегодня мы завершаем с этой игрой. Спасибо всем за просмотр. Мы играли в Amazing Spider-Man 2. С вами был Неломок. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока.